Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую всех желающих изучать чешский язык. Итак, давайте начнем. Как такую маленькую предысторию могу сказать, что чешский язык очень-очень близко похож на польский язык. И думаю, из этого урока вы сами увидите, насколько некоторые слова просто катастрофически похожи на польский язык. Поэтому, если вы уже знаете хоть немного польский язык, то чешский язык вам дастся намного-намного легче, чем начинать изучать его, конечно же, с нуля. В этом видеоуроке я вам дам основные слова, которые касаются тематики приветствия, и такие основные слова, которые могут помочь в повседневной жизни. Ну что же, ребята, всех, кого заинтересовал, давайте начнем. Поехали! Итак, давайте начнем со слов «приветствие». Чтобы поздороваться с человеком, достаточно сказать ему «привет». Ахой. Ахой. Привет. Ахой. Также, если вам нужно сказать человеку «доброе утро», то можете ему сказать «доброе итро». Доброе итро. Доброе итро. Также вы можете сказать человеку «добрый день». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Чтобы сказать человеку «добрый вечер», достаточно сказать «добрый вечер». Добрый вечер. Добрый вечер. И, конечно же, после этого вы захотите спросить «как дела?». По-чешски «как дела?» будет «як се мате». «Як се мате?». «Як се мате?». Кстати, по-польски будет «як ще маш?». Як ще маш? И если ответ на вопрос «как дела?» будет «отлично», то есть «дела отлично», то по-чешски «отлично» будет «добже». Добже. Добже. Если вы хотите сказать «очень хорошо», то есть «дела прям очень хорошо», то по-чешски это будет «моц добже». Моц добже. Моц добже. Если ваши дела так себе, то по-чешски это будет «уйдето». 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 То есть, если провести такую параллель созвучия, то выражение «уйдето» в моем понимании очень сильно близко со словом «сойдет». «Уйдето», то есть «сойдет». То есть, вот так вот. А сейчас рубрика «Интересный факт о Чехии». И сегодняшний факт будет касаться именно чешского языка. Грамматика чешского языка считается одной из самых сложных в мире. А также произношение чешских слов иностранцам дается с особенным трудом, так как существует ряд слов без употребления гласных. Вернемся к изучению слов. Чтобы спросить человека, как его зовут, то есть вам нужно узнать его имя. По-чешски «как вас зовут» будет «як се именуете?». «Як се именуете?». «Як се именуете?». Если, например, вас спросили этот вопрос, как вас зовут, то вы, например, можете ответить «меня зовут пан Новак», ну, либо ваше имя. По-чешски это будет звучать так. «Іменує се пан Новак». «Іменує се пан Новак». «Іменує се пан Новак». Либо, если вы девушка, то ответ «меня зовут пани Новакова» будет звучать так. «Іменує се пані Новакова». «Іменує се пані Новакова». «Іменує се пані Новакова». И очень хорошо, если вы выучите следующее выражение, так как оно покажет более вашу осведомленность в чешском языке. Если после предыдущей фразы вы сможете ответить «приятно с вами познакомиться». И по-чешски это будет звучать так. «Теши мне». «Теши мне». «Теши мне». Если же вам нужно попрощаться с человеком, то вы можете сказать по-чешски «до свидания». «Насхледанов». 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 Следующее выражение «увидимся позже». По-чешски будет звучать так. Удивимося поздеє.
Увидимся позднее. Следующее выражение «увидимся вскоре». По-чешски оно будет звучать так. Brzy naschledanou. Brzy naschledanou. Brzy naschledanou. Либо же, если вам нужно сказать человеку «доброй ночи», то по-чешски это будет «доброу ноц». Доброу ноц. Доброу ноц. Ну что же, ребята, надеюсь, вам этот урок был полезен и интересен. На следующем уроке мы с вами разберем еще такой блок основных вопросов, которые будут необходимы для начальной коммуникации с чехами, чтобы можно было на минимальном уровне обмениваться информацией. Поэтому, ребята, если вам интересны данные видео, ставьте обязательно внизу лайки, чтобы я видел, что данная тематика вам нравится и смог развивать это направление дальше. Ну что же, всем спасибо за просмотр, желаю всем хорошего дня и до встречи на следующих видео. Всем пока! А также, ребята, сегодня хочу порекомендовать вам один очень надежный сервис для денежных переводов с Украины в Польшу и наоборот, а также по всей Европе. Это TransferGo. В отличие от других обменников, которые берут большой процент от суммы перевода, TransferGo взимает лишь фиксированную комиссию в размере 9 злотых. И перевод длится менее 24 часов. Более того, по моей ссылке вы получаете первый перевод денег абсолютно бесплатно. А также получите в подарок 10 фунтов, что равняется примерно 360 гривен. Переводить деньги быстро, удобно и безопасно. Ссылка на сайт и детальное описание находятся под видео.